Всем привет, мои хорошие! У нас сегодня опять продуктовая закупочка. Вот такая небольшая, маленькая. Это фруктовый лед в стаканчиках. Ой, фруктовый лед по 19,99. Вот таких вот два казинака моих любимых. Я уже сказала, что сейчас я их люблю кушать. Печенье 89,99, овсяное, без всяких добавок, обычное, классическое. Вот это вкусное, могу прямо из овсяных его порекомендовать. Казинаки по 38,99 один. Дальше желе, сразу второе найду. Уже остаточки там в Апексе желе. Кстати, вот это желе очень вкусное. По 40,99 оно. Вкусное такое достаточно. Не имеет химического какого-то привкуса. Так, наш любимый чай. Черный чай с иван-чаем, с ароматом малины. Я не знаю, почему-то на него так подсели. Пьем его 85,99. Понятно, что лучше какой-то заварной чай. Ну вот, пока пьем его. И увидела вот такие манпасье. Не знаю, вкусное оно, невкусное. Но увидела, прямо захотелось его. Так, оно у нас по 49, по-моему, рублей. Сейчас я вам точно скажу. Манпансье 46,99. Не знаю, вкусное, не вкусное. Ну, давайте с вами возьмем и попробуем. Слушайте, а вкусное. 46,99. Вкусненькое такое. Воспоминание, в общем, из детства. Дальше два кефира. Два кефира Кореновка. А, всегда его беру. Из него лучше всего и творог получается. И вообще как-то он лучше. 69,99. По акции вот такой был Бри. 160... Сколько он сейчас? 169,99. Сыр. Бри. Дальше. Вот такой первый раз взяла сыр. Ну, плавленый как-то брала. Вроде бы ничего по вкусу. Первый раз взяла твердый. Потому что тот, который я люблю, не было. 169,99. Стоит он. Батон нарезной производства Апекс. 30,99. То есть прям там сразу выпекает, он вкусненький и не такой химический, как обычный нарезной, который привыкли брать. Кореновка, сметанка 20%, 86,99. И что тут у нас осталось? Майонез Рика, обычный, классический. 79,99. И жевательная резинка вот такая вот Ментос 37,99. Так, все цены вам рассказала, все рассказала. Это мой любимый вкус, именно вот это. Как вам ее показать? Тутти-фрутти. Это самая моя любимая из этих жевательных резинок. Повыше сейчас поднимем. В общем, такая покупочка у нас получилась на сумму 1146. Так, чек вам показываю, кому интересно посмотреть все цены визуально. Спасибо, что остаетесь со мной. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.